вами Ирина Бунеева и Игорь Марков. Предлагаем вашему вниманию концерт лауреата конкурса «Голоса Родины» Народного хора Гавриловского дома культуры «Былое и думы». Еще и возражаешь! Вадик! Вадик, ой, я верная тебе! Вадик, Вадик, давай, ой, я помню тебя! Да ты же у меня единственный! Все равно домой вернешься! Опять буянит. Вадичка, я же потихо! Вставай, синяк! Чипок открыли! Гонит, гонит! Сейчас они свернут на Чапаева. Там он ее догонит и, может, наконец-то убьет ядренки. Четверг! Слышь, Савраскин. Чего? Сейчас мимо меня опять Дубов за женой пробежал. Так что выходи на улицу, перехватывай. Как зачем? Я там четверг! Ух, курва! Да нет, Савраскин, нам с тобой отвечать. Ясно. Объявляю план перехват. Не убивай меня, ребеночка, жалко. Какого ребеночка? Ну, мало ли, появится же когда-нибудь. А ты хочешь его убить и меня тоже. Все. Настал твой час. Не двигаться, я сказал! Ты, Кушка, ты не маши службы. Видишь, с женой разбираюсь. Довела, зараза. Значит так, Дубов. Сегодня в 10:00 у меня в отделении, понял? Извини, в 10 не смогу. Занят. Сам мэр мне грамоту вручать будет. О том, что я... Как? Потомственный почетный гражданин Гавриловки, Вадик. Понял? Тле. Все слышали? Я ваш почетный потомственный гражданин. Равнение на меня! А вот это оправдательный момент. Ксения, а ты что, тоже спортом занялась? Раньше, бывало, ты до винного только успевала убежать. А теперь, значит, забег по всей округе. Муж тренирует. По пятницам. Ну что ж, тренируйтесь, товарищи. Ну? А ты, миллион, брось жену, да поезжай на станцию. Ты жену в багажный сдай, потеряй квитанцию. Товарищи, сегодня у нас знаменательное событие. Звание почетного потомственного гражданина Гавриловки присваивается великому боксеру современности, мастеру спорта Дубову Вадиму Михайловичу. Этот настоящий богатырь земли Гавриловской прославил наши края по всей области. Во-первых, по всей России. Во-вторых, я не понял, где мэр? Василий Васильевич срочно отбыл в служебную командировку на Багамские острова. Процедуру награждения поручено вести Андрею Андреевичу. Награждайте, чего тянуть? Поздравляю от всей Гавриловки. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. От всей Гавриловки.
цветами в цвету, рассветами морозными, закатами румяными. Мы любим нашу родину во сне и наяву. Маленькая родина в глубине большой, уж какая дадина, примем всей душой. Вся когда угодная, потому своя, по сердцу природная, милая земля. Спасибо за высокую оценку моего труда. Обещаю, что и впредь вот этими кулаками буду защищать честь Гавриловки, честь области и честь моей семьи. Вот этими кулаками, чтобы всем было ясно. Нам ясно. Нам все ясно. Переходим к водным процедурам. Маловато будет, только на побои. А это 2 года, да и то в лучшем случае. А твоему этому уроду вообще условно дадут, как великому чемпиону. Ксюх, ладно, давай ради женской солидарности напишем. Напишем 8.73. Ну-ка. Вот. Да что он от меня хочет? Обстирываю его, обеды готовлю, полы намыла, ты доживи и радуйся. И все пристает. Кто у тебя любовник, с кем гуляешь? Ленка, да нет у меня никакого любовника, Ленка, ну вот тебе крест, да нет. Ну что ты? Это значит, насколько я понимаю, ты состоишь в интимной связи с женой Дубова. А да? Ты сам как думаешь? Давно? Ну, с год уже. Слушай, я с женой развелся. У меня вообще никого нет. Он уехал на сборы, когда на 2 недели я ему и то верность хранила. Он чуть обратно девицей не стала, а он... Вот сволочь. Жалко, он тебе глаз не выбил. Главное, за что? Ты ведь единственный он у меня. А другие, не знаю, как и выглядят мужики. Готовь 100 тысяч. 100 тысяч, а то эти фотки увидит Дубов. Это второе письмо, за первое я уже заплатил. Че, сразу не обратился? А ты Дубова видел? Смел ты, мужик, козлов, а? Крутить такие шашни с женой боксера. Слушай, майор, я не за себя приму. Мне Ксюху жалко, он же ее изродует. Чемпион хрен. Так, подожди, это значит, вот на этом диване, да? Ну, и на этом диване тоже. Так, откуда же это снимать? А, вот, через то окно снимать, видишь? Вот. Как думаешь, кто? Да черт его знает. Тут чужие не ходят, верно? Дед Алексей сторожил не в счет. Ну-ка. Пошли! Привет, Алексей Петрович! Ты понимаешь, вот это вот хлеб! Здорово, тезка! Привет! А что, Грому вот не вышла замуж? А? Ты не отвлекайся! Сдурел? Ну-ка, поставь бидончик. Так. Я подержу. Вот, ну, держи. Неустойчив! Держи. Крепче держи. Пошел. Так, ага. Обзор хороший. Ну, и диван как на ладони. Тихо. А? Где? Вот, товарищ офицер. Полюбопытствуйте. Чего это? Я не пойму.
Товарищи. Мамочка, они голые? О, товарищ майор, а я вот так ни разу не пробовал. Отставить подробности, Савраскин. Для особо любопытных довожу. У нас в Гавриловке появился шантажист. Если Дубов узнает, убьет или покалечит. Вот тот и оно. Это Козлов-то. Козлов-то. Кобель. Самец разнузданный. Отставить, Громова. Моральный облик фигурантов будем обсуждать вне службы. Нам предстоит дело повышенной секретности. О том, что увидели и услышите, ни одна муха прознать не должна. Платоша, привет! Митя! Здравия желаю. Лейтенант Платонов прибыл после окончания школы. Уходим. Здравия желаю, Дмитрий. Рад тебя видеть. Поздравляю со званием. Тут служба, лейтенант. И поэтому все свои личные... Личные переживания здесь ни при чем. Вот предписание. Молодец. Ты когда в апреле ее Карпухину приревновал и в Москву укатил? Ты ей позвонил, что ты ей сказал? Все кончено? Так. Она же места себе не находила. Вон в твоей милицейской школе ее уже по телефону узнавали. А ты молчок. Ты же характер моей дочери знаешь? Знаю. Ну, а тут, капитан был почти майор, вертолетчик, на побывку приехал. Шуры-муры, и расписались они. В Новосибирск укатили. Любит она его. Ты вообще демократ к нам. Служить или переживать идет? Служить, Алексей Петрович. Вот это правильно. Молодец. А мы здесь, Дима, растем. Растем. Вот у нас, знаешь, шантажист объявился. В эстафете победила команда 7-го Б. Приз вручает наш дорогой спонсор, бизнесмен, товарищ Козлов. О, внимание, друзья, сюрприз. К нам пришел замечательный спортсмен, звезда гавриловского бокса Вадим Дубов! Вам слово. Ну что сказать, дорогие дети. Бокс – это не только спорт. Это искусство. Это высокие благородные отношения. Товарищ Давыдович, можно вас попросить выйти сюда? Предположим, гуляете вы с девушкой по улице. Ну, разговариваете о любви, о всяких там цветочках. И вдруг навстречу вам маньяк. Ну, примерно так они и выглядят. В смысле, как самые обычные люди. Человек, непросветленный боксом, может испугаться, затушеваться и даже убежать. А вот боксер... Я, конечно, бью не по-настоящему, только обозначаю. И таким образом опасный преступник обезврежен. Товарищ Козлов, вот вы как настоящий мужчина, как считаете, я правильно показал? Или ногой добавить? Не надо ногой. Странно, что вы маньяка пожалели. Понял, парень, от жены маньяки в следующий раз убьем. Прямо так и сказал. Убью, говорит. Так у вас что, с его женой отношения? Да какие отношения? Ну, ухаживал я за ней, ну, еще в школе. Это он у меня ее и отбил. Приехал весь в медалях, как бульдог на собачьей выставке. Ну вот, она и не устояла. Ну, богом клянусь, у нас с Ксюшей ничего не было. Она такая, такая чистая, нежная. Как цветочек. Мы с тех времен с ней не только не встречались, даже, не поверите, не разговаривали ни разу.
Я ее люблю, не скрою, и всегда любить буду, как только на расстоянии. А Думова вашего посадить надо, так при всех человека изуродовать. Не человека, учителя. Вот, Гошенька, как ты любишь солью. Ну, с легким паром. Да, спасибо. Ты мне лучше вот что скажи. Почему твоя Ксения Дубова отказала такому видному мужику, как учитель физкультуры, и вышла замуж за этого орангутанга? Так сердце-то, Леш, не прикажешь. Еще как прикажешь. Деньги. У спортсменов их полно, а учитель физкультуры нищий же. Он хоть женат? Кто? Физкультурник, ребенок. Только не расписаны они. Галина, с лица не красавица, с Ксенией-то не сравнить, но за домом следит. Вот только детей у них нету. Нет. А все потому, что нет, не надо, Леша, Леша. Да он все Ксению еще любит. Дети-то они, Леш, без любви не рождаются. Я знаю, откуда дети берутся. Галка-то она девка душевная, переживает, жалко. Да, Галка-то действительно жалко. Тетя Тоня! Ау! О, извините, я не знал, что вы тут, Алексей Петрович. Не вовремя. Мне бабушка за содой послала. А, сода-то у меня еще от советской власти осталась. Белая, чистая. Проходи давай. Проходи, садись. Присаживайся. Присаживайся. Иди за содой-то. А, да, за содой пошла. Ну, рассказывай, что выяснил-то. Врагов Козлова много, все-таки олигарх. Ты давай без лирики. Учись отличать зерна от шелухи. Кто реально мог шантажировать Козлова? Дед Алексей. Так. Он сторож у Козлова, ключи у него свои, и в любое время мог появиться незамеченным. Да, может, действительно дед на старости лет подработать решил себе на похороны. Так, дальше. Учитель физкультуры. Вот с этого места поподробнее. А у него с Дубовым свои счеты. А при чем здесь Козлов? Он хочет, чтобы Козлов обратился в милицию. Тогда все тайное станет явным. И Дубов, узнав об измене жены, выгонит ее. Ага. А физкультурник тот как тут ее подберет. Ага. А супружницу свою, Галину, физкультурник куда денет? К маме отправит. Они же не расписаны! Тетя Тоня! Соду я, Зина, иди сама отнесу. Мудрёна. Здорово, тёзка! Здорово! Привет! Привет, Алексей Петрович! Ты прямо пугал меня! Случилось что страшно? Да ну, что у нас тут в Гавриловке случиться может? Ну как? Вон террорист какой появился! Вон в телевизоре их полно, а мы что, рыжие, что ли? Ну, в этом вопросе мы, слава богу, пока что рыжие. Ты мне лучше, дед, вот что скажи. Ага. Кто-нибудь мог проникнуть в дом к Козлову? Никто. Ключи только у меня и у хозяина. Вот получается, дед, что никто, кроме тебя, и не мог. Руки! Ты что? Руки назад! Ты что? Я поехал? Ты... За что, Лёш, ну? Тихо, тихо. Кому-нибудь ключи от дома давал? Видит Бог, никому. Да не позорьте меня, Лёш. Ну, слава Богу. Хорошо, ну, а отворот? А, это было дело. Так, ну, кому? Галке давал. Какой Галке? Жене физкультуре. А из кого стать? Кум у меня помер, да. Я на похороны поехал. Ей ключи дал, чтобы она засада посмотрела. Ну, Галка, а? Ну, так... Папарацци, ядрёнт. Значит так, в нашем разговоре с тобой никому... Понял, ядрёнт? А. Срочись. О, это ты куда, Гром? Домой, на обед. Я вот тоже еще не обедал, между прочим. Ну, я приглашаю вас, Алексей Петрович. Да ладно. Да-да-да, на щи приглашаю, с капустой и с грибами. Со сметаной, небось, а? Со сметаной. Ты понимаешь, ты, Громова, к сожалению, женатому человеку щи надо есть дома. Да я без умысла, без всякого, без злого, товарищ майор. Жалко, жалко, иди товарищ сюда. Товарищ майор, тогда... Иди сюда, иди сюда. Ну, тебе, конечно, приятного аппетита. Спасибо. Вот послушай, значит, пообедаешь и займись одной темой. Есть у нас в Гавриловке такой персонаж. Значит,
жена учителя физкультуры. Угу. Галиной зовут. Здрасте, Савелий Аркадьевич. Господи. Стоп, Галина. Что с вами происходит? Ну, не распелось чего-то, Савелий Аркадьевич. Вы, как и вчера, не собраны. Через полчаса мы повторим все снова. А вы продолжайте, пожалуйста, продолжайте. Я понимаю вас, Галина. Вы, конечно же, переживаете за мужа. Ведь его Дубов избил еще и на глазах у всех. А он не сказал, за что. Да какой там избил? Они же так, понарошку. А зачем вы ключи у деда взяли? У какого деда? У Калинина. Алексея Петровича. У сторожа дома Козлова. Родственника вашего, кстати. Так зачем вам понадобились ключи от ворот? Отвечайте! Да не знаю никаких родственников. Никакого Козлова не знаю. Что вы цепляетесь ко мне? Что лезете-то? Я вообще больше ничего говорить не буду. Все! Перерыв закончен! А я любила сокола, ему в носочки штопала. Он проклятый крокодил, другими шашме заплатил. Гром, что-нибудь случилось? А? Ты с Галиной ты беседовала? Получилась у нас беседа, товарищ майор. Что-то? Она даже не стала со мной разговаривать. Просто встала и ушла. А ты? А что я? Она же ушла. Это не она ушла, а ты, можно сказать, бой проиграла. Ну, Громова, ну что ты? Давай. Вот. Ну все успокоилось. Слушай, Рома, а ты у нас поешь? Опять вы смеетесь-то. В чем я? Серьезно говорю. Ты поешь, Галина тоже поет. Вот и попели бы вместе, а? А вот за пеньем-то между делом нужную информацию-то и выявила. А? Чего ты? Да платьишко поддела какое тебе-то располагает. Чего ты поперлась твоим в форме? Да вы сами сказали, в форме ходить все время. Ну как, для этого мы бы сделали тебе исключение. Я вам не помешала? Помешала, мать, вечно ты не вовремя. Ах, вот как? А ты меня неправильно поняла. Лена, ну подожди. Ну подожди, Лена. Алло. Ой. Алло, да. Алло. Слушай сюда, Козлов, ровно через 2 часа положишь 100 000 в крупных купюрах в прозрачном пакете на 12-м километре трассы на Каменку под петли дерева от развилки. Понял? Я так быстро не смогу. Я все сказал. Подождите. Вы слушайте меня, гражданин Козлов, и будьте готовы выполнять все, что он вам скажет. Ясно вам? Звали? Дверь закройте! Это я не вам. И никаких кукол. Деньги должны быть настоящие. Ясно вам? Да, настоящие. Пойдут как вещдок. В том случае, если мы возьмем преступника с поличным. Ну, а если нет, извините. За удовольствие, как говорится, надо платить. Ну, ничего, еще заработаете ударным трудом. Вы же у нас олигарх. Так что действуйте. Все. Прорезался, гад. Через 1.5 часа Козлов должен положить пакет с деньгами у развилки на 12-м километре трассы на Каменку. Под 3-е дерево у дороги. Ага. Там как раз среди дерева и есть болотца, березы.
Засаду на трассе установим. Ага, вот уже. Там на дороге место голое. А вот с другой стороны лес недалеко. Он в лесу устроится и срисует твою машину в два счета. А тебе не игра зарница. Идет профура. Правильно мыслишь, Евсей, правильно. Под грибника может сработать. Игры сейчас полно в лесу. Ядрет. Обед уж прошли. Да, на кожевьем кордоне их обру нет. Ты ж, Леша, моя Левтина опять мальной с гвоздичкой. Да какая гвоздичка-то? С красным перчиком, с мелким и с вишневым листом мариновать надо. Вот это вещь. А Тоня моя, она еще какие делает... Какие пята? Делать-то что будем, товарищ майор? Времени в обрез. Что делать, что делать? Перехитрить его надо. Время потянуть. Уважаемые телезрители, мы прерываем нашу передачу для срочного сообщения. На 3-м километре на выезде из города попал в аварию генеральный директор ГАФ «Транса» Сергей Козлов. Машина шла на большой скорости. Козлов не справился с управлением, машина перевернулась и оказалась в кювете. Пострадавший доставлен в больницу. Его состояние удовлетворительное. Он отделался общим сотрясением и переломом ноги. С временной нетрудоспособностью Козлова мы хорошо придумали. Да, инсценировка аварии – это вынужденная мера. Но вечно держать Козлова в больнице с якобы сломанной ногой мы не можем. Я буду вынужден завтра перевезти Козлова домой. Не слышу продолжения. А нечего тут думать. Я уже все придумал. К пакету с деньгами присобачим маячок. Шантажист деньги возьмет, и тут мы его... Это, конечно, хорошо, Евсей, что ты иногда шевелишь своим серым веществом. Это похвально. Но есть заковыка. К вышестоящему начальству надо будет обращаться. Пока примут решение, пока согласуют с прокуратурой. Марокко же. А потом приедут ядренки и начнут учить, как надо работать. Вот если бы у нас в Гавриловке появился бы вот такой вот Кулибин. Есть такой человек. Есть в Гавриловке еще один человек моего уровня мышления. Ты похмелялся? Объясняю тебе, как юному милиционеру. Второй раз и помедленнее. Понимаешь, Турецкий в Москве был ученым секретным. Так. Светлый ум по электронной части. Угу. Ну, а когда произошел свих на изломах земли, он оказался здесь. Уяснил? Уяснил, но не понял. Он что, псих, что ли? Прямая дорога, Платонов, это не самый короткий путь к истине. Оба. Это кто из великих сказал? Я. Донеси до потоков. Есть. Так вот, если нам удастся вернуть Турецкого в прежнее электронное состояние, то он нам сварганит маячок так же легко, как мне найти и обезвредить преступника. Тихо-тихо, Евсей Кузьмич. Электронное состояние. Профессор, вы что там делаете? Сам не знаю. Почему-то вдруг по какому-то наитию взял и залез на дерево. Сейчас вот сижу, думаю, зачем я это сделал? Понятно. Знаете, у нас у ученых всякие бывают релевантные странности. Вот Эйнштейн, например. Слыхал. Это который ухо тебе откусил. Да не откусил, а отрезал. И не Эйнштейн, а Ван Гог. Не думаю, лейтенант Платонов. К делу, профессор. Речь идет о государственной безопасности. Чего? Так, ребята. А ну-ка, ловите меня. Осторожно. Родину зовем, профессор. Врачи сказали, до сентября месяца ходить не смогу. Двойной перелом. Ты у меня теперь за место рикш. А мне не трудно. Мне даже сказать, приятно вас возить. Телефон звонит, не слышишь?
А ничего, потерялюкой ты успокоишься. Бегом взять трубку. Чего? Бегом взять трубку. Все, я понял. Алле? Кого? Вас просят. Да. Да, я слушаю. Алло. Да. Слушай сюда, Козлов. Через час деньги... Я не могу. У меня двойной перелом. Я в курсах, что ты в аварию попал. А не полежал бы ты в земле после дубовых ударов. Слушай дальше. Ровно через час отдашь пакет с бабками сторожу своему. Пусть он выходит на Комсомольскую. Оттуда на Чапаева. А дальше через парк идет и нигде не останавливается. Бабло должно быть при нем. Ровно через час. Так, я не понял, а дед при чем? Я все сказал. Ты разбросал инструмент. Я же. Второй раз. Чудеса. Значит так, делаем, как мы договорились. Именно. Пакет вам передали? Отдайте деду. Пусть чешет по указанному маршруту. Все, и сидеть дома, и не высовываться. Да. Значит так. Включаем маяк. Автор утверждает, что он не подведет. Увидим. А вот и. Значит так. Тащи. Действуем по оперативному плану. Собрался? За физкультурником. Я понял. Рома. За Галиной. Платонов. За дедом Алексеем. Вперед, товарищ. А ну как ограбят. Ты мне это... Не ограбят. Ты главное сделай все, как я тебе велел. А куда пакет-то мне доставить? На Кудыкину гору, ты меня понял? Пересекла станочников и направляется к почте. Как слышно, прием. Здорово, Дубов. Здорово, здорово. Поворотик, поворотик. Я Каруза. Появился Дубов. А он-то что там делает? Тренируется, мускулатуру качает. Так, не отвлекайся. Что с физкультурником? Найти немедленно! Ты опер или... Или дрёнок! Петрович, куда ты на ночь глядя? О, промена... Господи, так на Кудыкину гору! Ага, ну как жизнь, а? А, как здоровье? Почки как? Ну, пока дышу, спасибо. А, давай накатим, а? Нет, нет. Чё? У меня дело. Не уважает. Стоять. А? Руки. Не оборачиваться. Караул. Петрович, у нас в Гавриловке грабителей нашел. Это ты! Чё? Ты давай! Пакет, это не мой, это мой пакет! Стой на землю, стой! Давай! Давай! Это я ему сейчас! Где деньги? Так ведь тебя грабили! Ты его видел? Повороте, повороте, я Доминго. На деда напали, деньги отняли. Как поняли, прием. Кто? Здесь Жмуркин, но напал не он. Денег при нем нет, как поняли. Так, внимание всем.
Маячок вышел из парка. Движется Постаночников. Приготовились к захвату. В чем дело? А? Ну? Спутник зашел в западное полушарие. Ну? Земля, к вашему сведению, вращается. Так я знаю. Через 12 часов все наводится. Через сколько? Через 12! Да, понятно, с вашими спутниками. Так, Доминго, что у нас на станочников? Пусто. А подозреваемые? Докладывает Каруза. Физкультурника я нашел. Он выходит на станочников. Поворотти. Докладывает Кабалье. Галина только что пересекла станочников и идет к почте. Преступника надо брать, пока он деньги не спрятал. А кого? Слушай, Поворотти. А давай брать обоих. Дубова. Как Дубова? Поворотти, повтори. Я повторяю, берем Дубова. Где он сейчас? К ДК подходит. Все к ДК. Поехали. Савраски, ты че? Ребят. Здорово, Дуб. О, привет, Петрович. Руки подними. Зачем? Не умничай. С Дубов. Ну? О, не дрёмте. Я-то думала, это вы Козлова шантажировали. Да я для того их сфотографировала, чтобы мужу своему показать, чего стоит его Ксюша ненаглядная. А потом поняла, что он мне этого не простит. И что вы сделали с этими фото? Да я позвонила вон ему, про все рассказала и фото отдала. Думала, он Ксению свою прибьет, она и перестанет моему глазки строить. Какие глазки? Кому он нужен? Да уж не тебе, понятно. Тихо, баба. Раньше надо было разбираться. Видела, конечно, что заглядывается-то он на другую, но так и жила всю жизнь, как на вулкане. Ну, а когда я фотографии-то отдала, что-то во мне перевернулось как будто. Чего же я думаю, делаю-то? Люди ради любви вон на что решаются, какие поступки-то красивые совершают, а я ждала, ждала от мужа подачки. Не дождалась. А теперь оказывается, что не нужен он мне вовсе. Ничего от него не надо. Ну ж, Ксюха, забирай его себе, а? Дарю я тебе его. Чего? Так, а вот теперь, гражданин Дубов, признайтесь чистосердечно, как вы догадались-то вот шантажировать? Да легко. Я с ней все равно разводиться собираться. Мало что ли тёлок на свете. Мне, когда эта идиотка физкультурникова Галина позвонила и рассказала про мою жену и Козлова, ну, я, как положено, хотел Ксению убить. А потом подумал, что я с этого поимею? Надо наказать их по-умному. А, понятно. Вообще-то я подозревал, что вы не из ревности физрука избивали. Да какая там ревность? Бил физкультурника, жену он свою метелил, а напугать хотел Козлова, чтобы он побольше выложил. Вы что думаете, Вадим Дубов вечный чемпион? Я вот выступать скоро перестану, кому я нужен? Жить на что? В физкультуре соплюков учить? Вот только я не думал, что он к вам побежит. Первый-то раз он мне бабки без вопросов отчитал. Так, все ясно. Платонов, уводи. Я думала, ты меня не любишь. А ты на мне заработать решил. Ага, на тебе заработаешь. Ну. Интересно, изменяет неолитина или нет?